Привет, Краснодар! На календаре уже 15 сентября, и сегодня во всем мире празднуют День демократии. А еще сегодня День худеющих и День совпадения снов. Так что если вдруг ты на диете, то можешь смело съесть сегодня один тортик. Сегодня можно. А я, Настя Космос, как всегда, расскажу вам о погоде на ближайшие дни. И сегодня, 15 сентября, в городе Краснодар опять вернулось лето. И по прогнозам синоптиков, днем столбик термометра поднимется до отметки 27 градусов, естественно, тепла. Будет легкий ветерок дуть с юго-запада, а солнышко будет ярко светить, напоминая, что сегодня пятница. А вот в субботу погода обещает быть не такой уже радужной. И максимальная температура воздуха днем 16 сентября будет всего 22 градуса. При этом периодически в городе Краснодаре будет капать небольшой дождь, а небо будет затянуто облаками. Ветер усилится и подует уже с севера, так что одевайтесь потеплее. А вот в воскресенье дождик не предвидится, что уже хорошо, но и теплее не станет. Максимальная температура воздуха днем составит 23 градуса, а ветер будет дуть с северо-востока. А я вам желаю хороших выходных и, главное, проведите их с пользой. Ну а я все же пойду за тортик.